Так, короче говоря, наша мастерская очень сильно облажалась. Взяли раму на покраску. Цвет должен был быть очень классный, очень красивый. Причем мы вообще ничего на покраске не зарабатываем. Просто отдаем мастеру, он красит. Мы туда-сюда ее возим бесплатно. Зарабатываем только, если что-нибудь разобрать. Но в этом случае у нас клиент сам все разобрал. Единственное, что каретку мы ему поменяем. И в момент определенный рама у нас падает из рук, из уставших рук. И получается вот здесь вот такая вот вмятинка на рулевой. Человек, который это уронил, пытался вот забить чашку, поправить. К сожалению, у него это не получилось. И дальше история такова, что по всей России мы ищем раму и заказываем аж с Тольятти целый велосипед. Вот так вот выглядит рама уже в разобранном состоянии. И дальше вы увидите, когда мы ее покрасим. Наконец к нам приехал велосипед, чтобы мы могли показать покраску. Сейчас, к сожалению, телефон снимает очень ярко. На самом деле цвет более темный, насыщенный. Во, переключился. Более насыщенный фиолетовый цвет. Так вот получилось покрасить всю раму.